Друзья, мы чуть опоздали, но врываемся на матч Move Sports и Energy Sports. Карта The Mirage. И пока что счет 4-2. Move Sports немножечко впереди. С вами студия Рухап, Олег Мингот и Смайл, он же Сергей и... Всем еще раз добрый вечер. Да, добрый вечер, конечно же, у нас третий заключающий Best of 3 на этом канале, где фаворит, безусловно, Move Sports в этом Best of 3. И это сетка лузеров, потому что Move Sports и Energy Sports проиграли свои карты. Соответственно, проигрывая этот Best of 3, ребята просто вылетают из турнира. Ну, для Move Sports будет, наверное, обиднее. Да, для Move Sports точно будет обиднее, потому что все-таки ребята в последнее время набрали такую великолепную форму. Ну да, были какие-то там проседания у них, но все равно ребята могут бороться против грандов, против топов, могут давать бой. Довольно-таки недавно они выиграли лан свой. Вот, очень доволен был у нас Серега. Вот. Поэтому что-то мечта есть. Оскар! Ой, ой, какой промах. А еще можно попробовать, а дальше там просто в смоках манцует Бризи, но Робс пришел на толпу своему снайперу Оскар. Как же он долго живет, боже мой. И это ошибка команды Energy Sports, взрывает также голову Серков. О, реакция от Оскара просто не подводит свою команду. Бомба лежит на планете, и она не стоит. Остается последний фагли, который будет тоже погибать. Стика слышал, перемещение понятно, но и сами добивает последнего. 6-2. Move Sports снова на коне. И, наверное, стоит посмотреть историю раундов, как это все начиналось у нас. Пистолетные форсы экономически были взяты Move Sports. Дальше два ответных от Energy. Ну и снова девайсы от Move Sports, которые сейчас уже привели к тому, что тройное преимущество и снова нет денег у Energy. Да, карта Декэш. Много уже раундов, на самом деле, Муза взяли-то за защиту. Могут этот стрик вообще продолжить. Потому что сейчас будет эко. Только на следующем будет полноценный хороший бай. Поэтому на 7-2 можно выходить легко. Крижи МП9, есть два калаша, есть одна МК, ну и, соответственно, коронный ВП от Оскара. Крис Джей уже в поджиме медла, но пока еще сам не идет. Лежат смоки, и Крис Джей вроде как готов, а собирается Energy Sports выйти на плент. При том, что трое сквик, и это будет врыв на установку плента. Пошел брычек, Сани на приемочке, забирает его Бризи на размене. Сани массует захватом, забирает бомкерри, погибает Итан, ложится также Бризи. Два патрона, нужно перезаряжаться Сани, но нет, не решил почему-то действовать вот так. Может быть, не угадал, не увидел и с этим прогадал. Бомба будет ставиться, 2 в 2, девайс есть для команды Energy Sports, при том, что еще и армура присутствует. Также на руках у этого коллектива. Очень больно сейчас может быть фагли. Погибает от рук Робс, остается последний Депс на погрузчике и... Все видит его. Оскар его не выпустит отсюда. Да, так оно и есть. Но очень жесткая двойка оставалась, на самом деле, против Energy. Оскар и Робс против них, наверное, очень трудно как-то защищаться. 7-2. Ну, неплохое. Неплохое ЭК. Поставили плент, выбили очень много девайсов. Поэтому можно работать дальше. Ну, а там по деньгам особо Move Sports не страдает. Так, лежит этот дроп 12 тысяч, имеется у Оскара, который погибал трижды. Всего лишь как и Робс, но мы видим, что очень хорошо действует сейчас Move Sports на ДКШ. И сейчас мы еще глянем мап Вета, который присутствует здесь. Я так понимаю, что Energy Sports брали себе ДКШ, потому что карта у них более чем боевая. И, соответственно, с этим придется, конечно, у нас вообще еще будет нюк. И Move Sports явно брали себе нюх, хотя умеют играть Energy Sports данную карту. Не так, чтобы топово, но все-таки. И, возможно, это будет Decider карта The Inferno. Опасно очень, на самом деле, стоит. Да, Серк делает отличный минус у нас по Оскару. Серк вообще вчера очень хорошо смотрелся с Авиком. Делал очень хорошие серии. И Робсон контролирует. Но вроде пока не собираются Energy идти дальше на контроль карты. Собираются больше Крис Джи. Ох ты, прочекал Токсик, но действия от тиммейта пока что не поступает. Робс просто сейвится, и его позиция вряд ли будет проверяться. Хотя должна, по идее, но тяжеловато будет такого выбить. Робс хладнокровно стоит на ящике, никуда не выходит. Не знает о его позиции здесь. Раскидочка пошла. Молотов под буст. Ну, а пока Стика ничего не угрожает. А вот уже Молотов угрожает, и нужно бы убегать. И флешка отличная, правда, помогли ему оппоненты в первую очередь. Стика, то есть одного, второго также похоронил. И не могут выйти. Крис Джей хелпует, и Молотов полетел еще. Крис Джей дает фраг. И только один деп остается в живых команды Energy Sports. Но как же одна маленькая граната за $200 повлияла на этот раунд? На самом деле, она реально... Должны были Стика забирать, да, когда он выбегал из этого Молотова. Но эта флешка просто не дала ничего сделать. Весь... И Крис Джей забирает последнего. Вообще ничего не дали сделать. Эта флешка просто выиграла раунд. Стика сделал еще минус 2 под нее. Ой, это было очень жестко. Хотя, а раскидка на мидл была-то
очень хороший для Energy Sports. 4 молика, которые вообще все позиции из мидла выгоняли, но вот эта флешка, я вот не могу до сих пор для себя понять, это была флешка от Energy Sports, что вполне может быть, что сдвое ослепли, либо это все-таки это защитники. От Маузов, она просто моментально прилетела как раз с той стороны. Ну да, видимо, с коннектора, где как раз таки находился Крис Джей, по-моему, да, с Авиком. И... он увидел, что идет раскид, как раз дал флешку, и чтобы выходить под эту флешку, дал ее под себя. Ну, опять же, примерно та же самая тактика для Energy Sports на экономическом. 3 сквик, двое на мейне. Ну и Сани готов принимать. Есть тут же на хелпе стик, который уже готов откидывать на молотов. И притом отличный молотов подгорает крайне жестко Energy Sports и не врывается на аплент, потому что, ну, по молотам самоубийство. Хотя смог есть, можно было потушить себя, но... тут же ретируется Energy и все-таки собираются выйти уже под базу. Б, там еще хаешка прилетает сверху на буст. Как же Музаев читает? Вообще... просто все передвижения читает Крижей, еще минус отличный. На бусте пофагли. Просто все читают. Робс на каплях. Оскар в хедшоте. Попадает. Робс должен ему сейчас помогать будет. Просто прямо бежит. Давай сюда, иди. Последний остается. Но это дело техники его забрать, что и делает Робс. 9-2. Пока без шансов. Пока в одну калитку. Ну, уже это 6-й раунд подряд для Mouse Sports, хотя бомб ставили Energy Sports довольно много. Но вот на сейве этой бомбы и на отретейке команда Mouse Sports у них не получается отрабатывать, потому что остаются либо 2 в 2, и вот эта жесткая связка, как мы с тобой уже говорили, там Оскар и... да кто угодно вместе с Оскаром, это практически похоронка. 9-2, первая половина уже досрочно выиграется, потому что это сторона дефенса. И, как правило, сейчас команды, которые... берут себе этот пик. Обычно в атаке набирают большинство раундов, но, как мы видим, девятка уже в защите есть. Для мышек это очень и очень жестоко по отношению к Energy Sports. Да, коэффициенты на лиге ставок можете видеть в правом верхнем углу. На Mouse Sports 1.30, на Energy 3.40. Ну, в принципе, это очевидно, да, Mouse здесь, как мы сказали, фавориты. Я думаю, вы абсолютно так же, наши дорогие телезрители, считаете. Поэтому, но, можно ставить... опасно. Можно было бы, наверное, на следующую карту залить, откровенно говоря, нюк. Хотя Energy брали себе карту как раз таки в Декэш. Опять же, Муза взяли Денюк. Я читаю, опять же, Energy, Денюк в Северной Америке это работает, но против такой команды, как Mouse Sports, которая очень сильна на нюке. Наверное, вторая карта, вторая команда после команды Астралис на этой необычной карте. Оскар в мейне с крокодилом принимает всех подряд. О, я на нюке думаю, что там тоже будет то же самое. Ну вот, я как раз хочу увидеть Оскара с крокодилом, стика. Сейчас может, на самом деле, Бриз опасно. Отличная флешка, отличная моменталка залетела от Бриза. Забирает он стика. И там минус Оскар. И выход будет идти. Йой, Бриз! Ну да, сделает этот раунд. Минус Робс и должны. Уже 4 в 1, Сани, я думаю, вряд ли здесь справится. Калашка может подобрать как раз на хайвее. Если он это сделает, Бриз его там должен плюс-минус услышать. Но шансов немного, хотя у команды Mouse Sports деньги опять же есть. Если смотреть по экономике, от 5000 и более. Заходит, должен Бриза сейчас минусовать затылок. Бам. Так оно и есть. Дабс. Разменивает. Ну, 9-3, опять же, есть деньги, при том, что на раунд так 2 точно Mouse Sports себе обеспечат экономику. А дальше только последний раунд. Если Mouse Sports хотя бы один берут, то у них все очень неплохо, хотя уже... все очень хорошо. 9 раундов в защите есть. Попытки на то, чтобы еще набрать, есть. И для Energy, вот сейчас для Mouse Sports, кстати говоря, пауза, не проиграв только один раунд сейчас. Пауза от Ламыча, я думаю, сейчас будет какое-то укрепление мидла. Потому что Energy сейчас мидл пытаются прорывать, и как раз в этом раунде у них получилось. Потому что вот этот выход под белый и под флешечку стика минусовали, и там как раз от этого отталкивался раунд. Я думаю, сейчас какое-то укрепление будет чуть ли там не из двух, может быть, трех даже на первые секунды раунда людей. А можно же попытаться сделать обратный буст. Может быть, да. И ждать, ждать оттуда уже игроков атаки, прислать туда, возможно, какие-то хаешки, 3 сразу же по таймингу, чтобы взорвать подглядывающих оттуда. Но посмотрим, как это все будет. Пока что все довольно дефолтно. И, по-моему, да, где-то был близок к правде. Двое на медле. От защиты Mouse Sports будут работать здесь парно. Сразу же молотов полетел на буст, чтобы не занимали еще и хаешка. Одна, вторая. Ну да, в принципе, да, прав в этом отношении полностью. И хорошо стика занял позицию. Ой, классная позиция. Вообще супер. Вот, до конца чекать не будут. Выход на А. Идет выход на А. Уже в план сейчас будут заходить у нас. Крижей отличный первый минус. Итан его разменивает. Сани, чуть спрей не пошел у него. Ой-ой-ой! Неплохой, плохой тайминг. Плохой тайминг для Молотова был. Фагли.
Стика слышали сейчас и понимать, где находится хотя бы один оппонент, но тут еще и тиммейт недалековато. С машины будет ретейк, также оформляется команда MoSports. 3 в 3, шансы есть, и мы с вами уже смотрели ретейк от MoSports. Как раз таки на одном таком мы ворвались в данный матч. Но мейн есть, полетели скидки, молотовы, флешки, все есть. За сквад также полетел у нас зажигательный. Еще одна, еще под флешку в рыбчик. Робс пытается ворваться. Отличная реализация. Стика забирает еще и Бризи. Фагли остается последний, присылает молотов на плент. Но времени вроде как не хватает или хватает. Пошел прям в болт, садится. Оскар погибает. Нет, не погибает. Он неужели хватает времени ему здесь? Что происходит? Он дефицит бомбу и стик. Добивает еще и Фагли буквально на последней доле секунды. MoSports смогли раздефицить бомбу. И как же подгадали. Сел в молотов, не испугался. И... Да, очень красиво на самом деле раунд был именно вот на этом ретейке. Потому что NRG кладут эти смоки. Да, вот этот, ну, смок, который был... Вот хелпы не очень удачный был, потому что как раз с него там был просвет, и молотов залетел за квад. Потом еще один молотов как раз-таки на дефолт полетел, двух игроков стянуло туда в сторону погрузчика, и оттуда уже стик расстрелял. Еще флешка мощная залетела. Ну, все круто. И Оскар сел диффузить именно по таймингу, уже в молотов прям, все. Ну, реально красота Counter-Strike сейчас была. Это было очень сильно сейчас от MoSports. Сразу видна подготовка. Как тимплей, тимплей был. Тимплей сейчас невероятный был. То есть все было по таймингу, знали, что есть игрок в мейне. Его там до конца удерживали этим смоком, ну и, как мы видим, ничего не получилось. Хотя есть бай для команды NRG Esports, да, потеряли Итана в начале этого раунда, но по-прежнему боевая мощь у команды NRG Esports имеется. И как-то вот грустно снимать, что Серк, снайпер команды NRG Esports, звезда, молодой болгарин, тут толком ничего не показывает на этой карте, где можно и нужно стрелять. Была выиграна однажды им дуэль снайперская под точкой Б, но на этом... Пожалуй, и все, что можно отметить. Посмотрим, как защиту будет играть, когда с Вапнуса они как раз-таки сторонами. Подсадку сейчас вот эту могут не читать, на самом деле, пацаны. Хотя, хаешка, хорошая хаешка по Фагли. Снимает всего лишь 16 кп. Стико. Что-то там даже прошивают. Сани примерно понимает, находится один из игроков защиты. И ответные действия. Два молотовых на мейн. Еще и хаешка могла полететь. Но нет, Сани не рискнул. И флешка еще пытается спасти Сани. Стико забирает игрока на боксах. В мейне Серк находит фраг по Сани. Но он с тиммейтом вдвоем против четверых игроков MoSports. И теперь 30 секунд времени, нужно решаться. Битый Серк, меньше половины хп у него имеется. Есть раскидка, и можно с этим попробовать действовать. Решают играть через мидл. Спину Оскар уже поджал, не даст на Б перетянуться. Понятное дело, что это будет. А, вот, слышит его прекрасно. Ой-ой-ой, Бриз, отличный хедшот. Ну, 15 секунд остается, второй хедшот отличный. Стика должен его забирать красного. Да, забирает и не успевает. Также на хайвее у нас находится Серк. Слышит его Стика. Слышит его Стика, не успевает поставить плент. Он успеет, здесь успеет. Можно, все, успевает. Да? Отлично, можно отыграть. Успевает, и Оскар будет... делать ретейк с машины. Ну, снайперская винтовка, если не найдет девайса, будет очень сложно. Смоук есть, Серк себя немножко обезопасил, флешка полетела, но Оскар понимает, откуда эта флешка вылетела, откуда можно ждать оппонентов. Ну и теперь уже на ПТ-50, в принципе, может сработать, потому что не так много здоровья у болгарина. Время и... есть. Он его должен найти. Две флешки есть, можно также под один флешку нужно сыграть. Просто, ну, нужно мейн просто чекнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, как же по таймингу Серк сейчас прыгнул. С точки той. Но хотя бы есть деньги у команды MoSports. Снайперская винтовка для Оскара. Возможно, будет какой-то дроп от Робса. Но вот у Сани 1800. Первый армор. Какая-то раскидка. Но чешка у Стика. 2 ВП. В защите. Ничего себе. Как решили сыграть MoSports. В жертву девайсов некоторых все-таки закупили две снайперские винтовки. Одна из них будет стоять на точке Б, вторая на планете. В принципе, дефолтная. Если сделать по минусу, то уже 3 в 5 можно отдать девайсы тиммейтам. Оскар, скрип. Там его ждут уже. Да, его ждут, да. И главное, чтобы он... Опасно, опасно. Ну, Брисов должен забирать. Так оно и есть. Прицел не успел Оскар перевести. Такой маленький флик не успел поставить. Потому что... Трудно было, очень трудно. Продолжает. Сани тоже пойдет, что ли? За Авиком? Ну, а почему нет? Бризи этого... Нет, с диглом, с диглом. Конечно же, нужно побирать и уходить просто отсюда. И смачок еще можно подобрать. Смачок и... И Сани пойдет до конца! Отлично. А вот этого Бриз не ожидал. Вот этого Бриз не ожидал, потому что он услышал дигл как раз-таки. И пошел. Итан, минус Стико на миде. С подсада. Ну, агрессивный сыграл Стика, и за это я получил. В принципе, довольно логично. Выход будет на Крис Джей. Крис Де Йонг получает голову от Серка. Серк, что ты ставишь? Армора просто не было второго. Так бы, наверное, Крис Джей должен был его убивать.
Какие сальтуки, и Серчи ждет девятку. А там еще и второе, а там еще и Молотов под ногами Робса. И Робса не чекают, не знают, что он... Робс второго еще не держит, но дальше просто ушел. 5 хп остается у него в наличии, но... Хаешка, и это минус Робс. Дайте хаешку под Робса кто-нибудь. Ну, они же не знают, сколько у них пэда, он его накоцал, но, может быть, он вообще в него не попал. Сейчас тайминг будет какой для Робса. Ну, плюс-минус понимает, с какой стороны может Фагли выйти. Да, байтит его на этот выход. Фагли вообще не дергается. Смотрит хедшот, смачок. Ага, потянул, что пойдет на девятку, а на самом деле просто ждет. Но и Энерджи сами не дергаются, понимают, что они все контролируют. Робс не заметил игрока за плентом, и сейчас Фагли, по-моему, сам спалит, где же находится Робс. И идет молодой, времени, правда, не хватает, и нет дефюз-китов, и просто клещи 10-5. Команда Energy Sports еле-еле смогла себе вышкрепсти пятерочку. Хотя для атаки это крайне малое количество раундов. Может быть, получится взять пистолетный раунд, потом девайсный и выйти на паритет. Но против Mo Sports и их пистолетных раундов это, ну, такое себе заявление. Ну и по фрагам, как мы видим, табуляция. 3 фрага всего лишь у Фагли. Депс, четверочка. Но только Бризи отрабатывает всю свою команду. Лучше в команде и наравне со Стика идет. Да, в отличие от Маузов, где все ровненько, все так сбалансировано, что каждый в команде отыгрывает. Да, у 16 у Стика есть 11-12, 11-12. Все довольно ровно, вся команда играет. И я уверен в пистолетках от Mo Sports, потому что все-таки Серега Ломобот, он умеет стратегии эти придумывать, какие-то разводы делать, как-то выходить, умеет давить на слабые места оппонента. Как раз-таки на вот этих пистолетных раундах. И поэтому посмотрим, как сейчас будут Мауза у нас разыгрывать. Я думаю, будет что-то красиво. Ну, вполне должно быть. Посмотрим, что... А, вот уже есть у нас полный байт команды Mo Sports. Флешка смог, один саппорт. Это Стико для Energy Sports. Пока что голые юспы. Дигл для Серка. Это зачем? Интересно. А, это просто наш ошибочный байт, поэтому такая пауза. И нужно было бэкапнуть все это действие. Ошибочный байт для Серка был. Вот так вот. Так, смотрим. Смотрим на раскидочку. Стика смог флешка. Он подарил еще по 250 Робсу. Да, ну, как раз-таки на открытие. Ну, на, обычно с таким на идут. С по 250-м как раз одна флешка, один смог. Это вот четкая раскидка под апленд. Робса можете как раз-таки на буст закинут. Посмотрит он с по 250-го там, что на меди творится. Либо просто будет расстреливать с мейда, будет уходить. НБК, квад, может, в пленте. Смотри, это Energy Sports, 2 саппорта и Молотов. Что не часто встретишь вообще на пистолетном раунде. Ага, это под Б. Да. Не под А. Может быть, развод какой-то будет. И, кстати говоря, Energy Sports сейчас могут угадать. На шуфтах идут Mo Sports. Фагли уже наказывает Робса. Бризи находится под вентиляцией. Стика пошел. Стика, что ж идет по стрельбе? Но Бризи, он вообще не того убирает. А, это не он даже был. Это фраг от Серка. Фагли наказывает еще одного. Тут же Серк присылает. Это Фагли. Это все Фагли. Это квадрокилл. И вроде столько было возможностей у тиммейтов, но нет. Просто халява. Ну, не знаю, с такой раскидкой на Б под одну флешечку. Позицию хорошую заняли еще. Хорошая очень у Бриза. Респаун был хороший, поэтому успел занять он винты. И оттуда забайтил на себя очень много народу. Очень много. Хотя, опять же, мы видели, что по стрельбе не пошло абсолютно. Где-то мимо отвлек, свистели отвлек пули, но вот Фагли сделал всю работу за свою команду. Теперь же форс в 4 дигла под эти 50-е, первые и вторые арморы. Немного есть по гранатам, но это лишь флешки и смоки. Молотовых нет. Выгонять оппонентов из позиции некуда. Отличная хэшка прилетает по команде Mo Sports. Значит, вроде всем по чуть-чуть, но в целом получается довольно много дэмэджа. Сейчас Бризи под бустом ждет с Юмпа фарм, который может прийти к нему в руки прямо сейчас. И вообще два фармгана присутствуют, как команда Energy Sports. Это Депс и Бризи. Ну вот, дефиз-киты одни на команду, и это может быть огромной точкой. Первому не уходить, ну да. Ну, потому что он без армора, парень. Его сразу ЮМП-шка заберет моментально, там, буквально с 3-4 пуль. Крис Де Йонг, что творит вообще? Или что творит Бризи? Что творит Бризи? В спину так не забирать, но это совсем как-то не камильфо. Ошибочка. Ну, с этими 5 хп еще можно повывать, то есть, если Крис... Ой-ой-ой, тоже не летит! Ой-ой-ой, залетело! Вот это залетело, но 7 хп у Итана. Почти, почти снял его. Да, сильно размяли, на самом деле, это ребята из Energy. 3 человека фуловые, и вот это вот 7 хповый могут, на самом деле, очень сильно... Тапс, залетает. Хорошо, качественно. Ставится плент.
Ну хотя бы бомба, это уже неплохо. Там еще Дэвс пытается нафармить, получается. Крис Джей последние 5 хп убирает в голову. Итана тут через Серк будет подставиться, но нет, Болгарин живет. Хотя там тоже только на один выстрел. И Дэвс был 13-хиповый, только один Фагли мог полноценно помешать этой атаке. Но Моуспортс, поставив бомбу, все-таки отдают раунд. Сейчас экономически, хотя можно было бы, наверное, подумать о форсе. 3700 есть у Крис Джея. И по факту можно организовать целых 3 девайса. И под него что-нибудь, под них что-нибудь сделать. Но нет, это полный экономический, недефолтные пестики, пара гранат, чешки, арморы, но вот как-то да. Сбалансировали деньги неплохо, поэтому сейчас под Оскара как раз под эти 2 флешки опять куда-то будут уходить. Да, вот под Б идет плент, под Б идет 4 человека, одного Сани оставляют люркером. А, нет, тоже как раз пятым уже на Б идет. Фагли занял уже вентру. Что, врываться будут? Опасно. Ой, я видел. Ну ж как так? Ну что это за выход? Флешка отлично прилетает и погибает. Здесь один Робс находит Депса, и это уже 3-4. Снова большие проблемы для команды. Energy Sports, там еще Призи может подставиться. Призи брать одного дальше. Нигелит еще из Тига. Робс в размен 2 в 2. И, ну, шансы есть. Правда, нет по-прежнему ни одного девайса для команды Move Sports. Может найти для себя там ФАМАС и М-очку. М-ку в винтах подобрали. И на самом деле можно похолодиться, потому что подобрать как раз все девайсы, которые там возможны. Вот, да, ФАМАС и М-ку взяли, сменили на свои не очень удачные по 250 и ЦЗ-шку. И сейчас можно брать 2 в 2, минуты времени есть, время на все. Ой, Итан, он там на Сити где-то ходит. Его увидели. Я увидел как раз таки Оскар и информацию дал, что можно уйти на плент. Он через хайвей пошел, Робс шумит. По-прежнему по точке Б это отличный вообще развод оппонентов. 7 хп, Робс жив. Но как же повелись Energy Sports. Бомба вот уже вот-вот будет поставлена на точке А. И нужно будет еще очень много времени, чтобы перетянуться. И плент будет стоять на мидл. Как раз таки Робс оттуда уже будет делать выбивание этого плента. Ему чуть-чуть похолодиться нужно. Сейчас... Оскар ему даст информацию. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это не очень удачно. Да, контролировали его тут. Ну, и Робс тоже на меди забирают, да. Было близко, но, как минимум, план Капкан на Моуспортс исполнили, забрали 3 девайса, плюс поставили бомбу в очередной раз, имея на руках даже не девайсы, а просто недефолтные пистолеты. И имели даже шанс это закрыть, найдя эмочку и ФАМАС. Сейчас же хороший бай. Снайперская винтовка и 4 калаша. Если сейчас Моуспорт забирают для себя этот раунд, Energy сами останутся без экономики. И это может означать, что Моуспорт смогут снова выйти вперед, играя уже за атаку. Но, как мы видим, пока что довольно равно получается, что у нас одна команда сделала... Но чувствуется, вот Energy очень тяжко идет эта защита. Они прямо вот из последних сил берут эти раунды. Поэтому посмотрим, что вот на этом первом девайсном будет. Ну, вообще, да. Как покажет свою атаку на кэше Моуспортс, это определенный тоже момент, потому что в Defense Energy, я думаю, что готовили. Не зря же взяли декэш своей карты, при том, что Муза время от времени играют, но не так часто. Но все-таки игры были, тем более, что Energy, как их называют, онлайнеры. И тут тоже присутствует элемент волнения, тем более, что матч на вылет сам по себе. Так что, может быть... А, нет, подожди. Да, матч на вылет. Матч на вылет. Да, матч на вылет. Energy вчера переиграли... Тоже не все переиграли-то. В Best of 3 тоже. Не, MVP, по-моему. Да, MVP, там было 3 карты у них. Я комментировал просто что-то уже из головы. Да, вчера было... Да, MVP, по-моему. Да, MVP, точно. 2-1. MVP забрали первую, а потом на трейне, на третьей карте уже в слот слили команде Energy Sports. Что-то 16-2, что ли, такой страх. Да, там какой-то счет был. Хороший спрей у нас от Риза. Прошивает он Сани до 24 хп. Заняли аплент. Сейчас ретейк пойдет. И на миде у нас остается еще опять же Робс. Робс пока не дергается. Он стоит и ждет еще бэк. Думает, что с бэплента кто-то будет перетягиваться конкретно на мидл. Но пока что перетяжки не следует. Да и, в принципе, все игроки защиты уже на позициях. Хайвей плюс машина уже начинают пробираться постепенно. Но теряют депса 4 в 5. Ну и... Стика отваливается. Итан дает 2 минуса. Но тот же самый подарочек есть. Это Робс. Забирает одного Оскар с ВП. Не глядит еще и... Робс не успевает. Граната. Мощная хаешка должна залететь на фул ХП. Нет. Даже близко не так, к сожалению. Роб забирает. Конечно, Роб забирает Серка, но раунд взят. Робс поздно, очень поздно пришел.
Боялся он, что с Б-планта будет эта перетяжка идти, шел очень-очень долго. Да, конечно, забрал своего парня на хайвее, но там уже весь плент раскидали. 10-9, подравнивают у нас Energy, догоняют. Ну, постепенно да, хотя сейчас будет явно раунд за два для одной из команд, хотя если Mousesports проиграют раунд и поставят бомбу, будет еще одна попытка закупа и попытка взять раунд за атаку. Пока что не получается, 4 подряд уже для Energy Sports, ну и да, вот как ты говорил, тяжеловато, но идет. Это главное, что идет, если сейчас позволят выиграть себе еще раунд и не дать поставить бомбу, то это будет, возможно, и выход вперед на какое-то время, а может быть даже и до окончания этой карты, заберут свой пик и потом уже будут сражаться на нюке. Ну, на нюке будут в любом случае сражаться. А вот третья карта под вопросом. С этой игрой пока еще непонятно зачем, что, куда и как. Действовать вроде бы команды совершенно разного уровня. Европейская команда против Северной Америки, опять же, здесь сражается только лишь один Насек Болгарин, но на ланах мы Energy Sports видели чуть меньше, чем один раз, и там они себя показали очень плохо, проиграли команде Астралис, это было на Марселе, 19-17 выиграли тогда датчане, и потом в Best of 3 проиграли команде G2, хотя G2 сейчас, ох, как даже не в форме, за красный показывается, и да ладно, Итан на стрейфе забирает Саня. Увидел. Итан еще и стика забирает прострелом через дверь, ну да, поплыли у нас Муза мышки. Что-то как-то странно. От Оскара надо играть. Если Оскар не играет, команде вообще трудно играть. Еще подсадку у нас в винтах, на самом деле. И вот это может очень сильно повлиять. Увидел Оскар. Увидел. Ну, под бэтплан будет собираться флешка. Отлично, Робса не засейвили. Погибает, правда, и сам Фагли. После действий Крижея 2-4. 20 секунд времени. Серк не пропускает Крижея. Вот тот самый снайпер, который может зарешать для команды Energy Sports. И сейчас для Оскара, ну, просто сейв с АВП. Так как девайсов будет немного, пособирать еще гранатки, хотя смог второй никак не залезает в карман. 5 секунд, это еще один раунд для команды Energy. Ну и теперь что-то будет под снайперскую винтовку разыграно, и вряд ли там будет слишком много, чтобы позволить себе полный девайсный. Но скоро нужно стараться делать опены, потому что если он не делает опены... Вот он, как он на Мираже играет, да, везде постоянно идут поджимы. Вот постоянно с Кепт, он то ли то с Саней идет, там с Робсом. Везде вот эти постоянные поджимы. То мидл, то в апарты залезает, то в яму как-то агрессивно пойдет, то там Вандер спрыгнет, то, не знаю, с шарта сыграет. Здесь не видно этого парня, поэтому нужно как-то... Но бывают неудобные карты, бывает, тем более да, для снайперов, да, поэтому где-то вот себя не особо комфортно чувствует, не может подловить тот тайминг, который позволит ему выйти на дуэль против того же Серка. Видели мы уже дуэль, когда Серк выигрывал и понимал, что вот сейчас он явно будет впереди того снайпера, который выступит против него, так что бывает и такое. Может быть, на нюке просто вот будет команда Mousesports проходиться на 15-0 в первой половине и закроет любые вопросы, а дальше на Детрейне уже что-нибудь буду показывать. На Инферно, прошу прощения. Третья карта будет до Инферно. Но Energy Sports, Инферно... Ну, опять же, это уже будет потом. Если нужна будет информация и будет третья карта, мы, конечно же, подтянем стату и скажем вам, чего вообще ждать от этого коллектива и вообще от команд в целом. В этом Best of 3 пока что у нас Декэш, где Energy камбэчат. Постепенно камбэчат, у нас врыв на апленд. Есть эмочка уже для Робсона, там 9 хп. Снайперская винтовка есть тоже у Оскара. Он пока свой фраг не сделал, бомба ставится на точке А, на дефолте. И стика уже вместе с командой будут снова ожидать выхода и тейк от Energy Sports. 3 в 3. Отлично, Сани, хороший минус. И Оскар делает тоже минус, Дабсу надо уходить. Да, соответственно, он идет на сейв. Быстро вылетели. Один человек всего лишь был у нас на форклифе. Быстро его минуснули под флешечку и заняли плент, уверенно. Ну, как мы видим, пауза сработала для команды Mousesports. Закупались далеко не на фулленде. Сейчас на руках у них по 2000. Только у одного Оскара остается ВП, но там был сейф уже после времени, поэтому денег не насыпало. Да, и в принципе снайперская винтовка — это хорошо. Очень круто, когда тренер умеет давить на слабые места, потому что, да, да, походу, Ломобот прочитал то, что они начинают 2Б, начинает двое мидл, и один человек остается как раз-таки стоять где-то, ну, в районе форклифа, да, ну, дефолтная стандартная позиция, либо там, если это авик был бы, он где-то там в планте бы глубоко бы стоял. И вот здесь как раз это все порешало. Под одну флешку ты просто массой задавил того человека, который на форклифе, занял плент быстро, хорошо. Ну, вот это только что посмотрел статистику команды Mousesports на карте The Cash. За последние 3 месяца было сыграно только 3 кэша, и только 1 кэш был выигран этой командой за это время. То есть статистика очень и очень скудная. Даже даст 2, там чуть получше статистика, 2 даста, 1 выигранный.
Дастик. Дастик. Ну вот Нюк, кстати говоря, у команды MoSports тоже играется не так часто. 7 Нюков всего лишь сыграно, но там процент выигрыша, конечно, поинтереснее. Но всего лишь 7. У команды Energy Sports, по-моему, сколько, даже побольше Нюков. Сколько, 5 из 7 Нюков выиграли? Ну, примерно так, да. То есть процентаж выигрыша 71. Угу. Да, да, 4, примерно. 4 из 7. Нет, 5. 5 из 7, да. Да, 5 из 7. 5 из 7, все верно. Ну и топ-3 команды MoSports, топ-3 мира, конечно же, по версии сайта HLTV.org, сейчас борется против одной из лучших команд Северной Америки, потому что именно в онлайне Energy доказали очень много. Они вышли с группы на седьмом сезоне ESL Pro League со второго места, уступив только команде Liquid. И в какой-то момент они даже были на первом месте, имея буквально только одно поражение, как и команда Liquid. Но они потом... из ССК постоянно играли, там то 1-1, то еще что-то. Поэтому они там очень хорошо смотрелись и клубы. И на ACS, по-моему, Energy Sports очень бодро выступили. Да, мистеры онлайны. Как и Space Soldiers, впервые попав на ESL Pro League, заняли там что-то второе или третье место и вообще всех обыгрывали. Оскар, ну вот, вот, заработал. Да, Space... Конечно, без Келикса, без Коблстоуна это не те спейсы, которых мы видим. Ну и да, и все-таки тот самый онлайн тоже за это все знает. Серк просто расстреливает, как в тире. Давай, ух. Ну и последнего давай забирай. Давай еще одного. Изи. Изи, изи, по серкизи. Примерно так. Ну и что, 11-11, по-прежнему ничего не понятно, качели на карте, хотя эти качели начались не так давно, и вроде как по раунду взяли одни и вторые, проблемы по экономике у команды Energy Sports, МПшка залетает, ФАМАС, ну да, Серкс АВП будет, как ни крути, MoSports тоже позволили себе АВИК, вот Крис Джей думает, в пользу чего пойти, пошел в пользу раскидки. Чешка, раскидка, и вполне возможно, что, опять же, где-то девайс найдет попозже смачок. Там интересный залетает, правда, не особо качественный, вот тут защита полетела, и Бризи замечает только на бусте, вряд ли там выпустят, влетает на стак Крис Джей, почему даже без помощи тиммейтов, без флешки? Решил пройти, ожидая, что там, ну, либо никого нет, либо вот просто не будут контрить. Господи, что творят за MoSports сейчас в этом раунде? Что творят Energy? Круто они отыгрывают свою защиту. Хорошая каешка. Итан еще перестреливает. Саня здесь 4 в 2. Да, Маузов просто здесь. Мышки в тире. Мышки в тильте. И в тильте тоже. Ну, они просто выбежали на мидл без особого раскида. У нас дабса забрали, фагли на коннекторе. Читается ли, в принципе, уже может быть. Ну, тут еще тиммейт подползает. Вполне может получиться парная работа, но игроки MoSports не идут на хайвей и решаются сыграть ближе к вентиляции и к бэплинту. А там Серк. Там Серк с АВП. И Серк ждет, но ждет с Б-лобби. И он, а не, с, и он не услышит, если навыки будут уходить. Нет, все-таки слышит, 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 да. Идет раскидочка. Хорошая флешка полетела в фленд. Чуть-чуть сдерживает он Маузов. Прострел. Ну все, заняли позиции. Плент будет устанавливаться дефолтно на винты. Ну, тут по девяточка. Робс будет такой кроссфайр, организуют игроки атаки. Правда, боятся вентиляции, но Робс чекает абсолютно все позиции. Бэк и вентиляции. И вроде как он Робс очень сильно рискует. Он очень рискует. Он рискует даже, что никто не придет. Ой-ой-ой, Итан, хорошо. Ну как же он круто сейчас играет. Хороший спрей бы мог залететь от стика, но не пошло. Второго не залетело в голову. И да и первому тоже не залетело в голову. Ну, Робса прочитали просто. Робс сам читал. Очень грамотную такую, рискованную, но грамотную позицию занял. Но все равно его прочитали и не успел. Не смог навестись он как раз на выходящего на него Итана. Да, что-то надо делать. Третий тайм-аут для мышек. Ну вот пока что я вижу, что меняется понемногу тенденция в плане карты Декэш, и все-таки обратно в сторону защиты у нас набираются раунды, что MoSports взяли для себя большинство в два раза больше раундов в первой половине, что сейчас Energy Sports начнет камбэч, только один раунд отдали атаке и взяли уже сами 7. И это нам намекает, что борьба здесь будет, конечно, не шуточная. Конечно, Energy Sports немного убегает вперед. И, вероятнее всего, если опять не ошибутся и не дадут ну, вот такому бай-раунд, то у нас будет такой небольшой камбэтский переворот в пользу Energy Sports. То есть 13 для них, а выигранный девайс назначает практически уже мап-поинты для энергичных. И там нужно будет MoSports тратить и четвертую паузу, подключать ламабота еще серьезнее.
с каким-то допингом, возможно, уже, чтобы там какие-то новые идеи рождались. Но, как я уже говорил, три карты ДКш, только одна выгнанная и далеко не топовая карта этого коллектива, что наоборот... Опять этот же раунд. Опять сквик плюс мейн? Да, и он опять будет на воке делать абсолютно тот же самый раунд, будут ноуза делать, как раз таки чуть переждут, там опять один человек, нет, тут наконец-то Бриз пришел помочь, то что плюс-минус читают, что такое возможно, сейчас как раз полетят смоки, как раз нахлопнул на машину, должны смоки полететь, вот, да, раз, два, смотрим, красивые такие у нас катапульты, да-да-да, от всего, отсмочили просто, так, будет хороший спрей от Итана, но я думаю, переждут как раз таки. Перезарядочки просто зайдут полно. Да, тот же самый раунд, только на этот раз на форклифе никого не было, и тут уже полностью его задавить. Оскар по Итану отличный минус. Ну, прочекал Бризи мидл, никого там не заметил, теперь уже понятно, что... Подсадку мутит у нас на миде. Опа! Ребята... Заметил. Бриз. Заметил, прочувствовал. Но Сани-то еще есть, а Сани здесь ждут вообще. Сани не ждут, но не подставляются особо. Фагли там пытается мансить. Разворот от Фагли. И Сани живет до последнего. Там уже идет дефьюз. Не выпускает Рокса из сквика. Но бомба дефьюзится. Это раунд для команды Energy Sports. Но как же опять были близки мышки к тому, чтобы затащить данный раунд. Прям нереально близки. И опять же выбивает экономику из Energy Sports. Там по 3500 у троих. Это опять же ФАМАСы, МПшки... Ну, нет, ну, более-менее нормально. Может, не хотел как раз вот этого девайса. От кого? Кто там забегал? От Сани, по-моему, да? Угу. Который в спину забегал. Но ничего страшного. Мауза напрягает, прям, при том очень сильно напрягает. Сильно на любом напрягает. Раунде, на девайс, там, прям, на экономическом. Тут один прям вот раунд ты берешь, и у NRG два подряд эко. Что-то из этой серии. Ой-ой-ой, тут и Сани, и Оскар в мейне рассыпали просто защиту и агрессивный выпад на мейн. Чего ждали мы у Sports? Откровенно ждали, потому что, ну, если бы не ждали, такого бы не случилось, в принципе. Ну, решили сыграть они на неожиданности, потому что все-таки 13-11 ведут. Есть у них задел определенный. Из-за этого можно чуть-чуть рискнуть. И риск, конечно, не удался. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится, поэтому... Ну, не смотри, еще и Б отпускают полностью. Б отпускают, да, рискуют. Но, с другой стороны, если пойдут те на Б, то можно ставить три девайса. Ну, все логично, да. Так обычно играется. Втроем здесь будут принимать, и могут втроем-то принять пятерых спокойно. Если сделают пару минусов, то уже 3 в 3 будет. Пошла раскидка. Второй волной. А там врыв от флешка, отличный фейл, может получиться. Оскар забирает Крижея, но это 2 в 2. И как сейчас ошиблись игроки команды MoveSports, что забили своего ногами. Бомб можно попробовать подобрать, смоук есть. И Робс вместе с тиммейтом разворачиваются и побегут. Молотов хорошие, правда, Робс со многих потеряет, но... Ситуация была-то 5 в 3. И вот сейчас могут, на самом деле, Фагли забрать здесь, который будет на миде за белого чекать. Может услышать. Слышит Стика вот сейчас. От Стика очень много зависит. Стрельба. Пушечка. Пушечка уходит. И на Б. А на Б уже есть Серк у нас. Ну, а Серк с АВП промазал, получил флешку. Тут, возможно, выпад от Стика, но он под девяточкой не лезет. Времени все меньше и меньше. Но бомба стоит, и теперь Фагли разбирает Робса. Информация сейчас, возможно, будет по Стика, как минимум для Серка, если Фагли не справится. А там у нас уже Стика пробирается на вентиляцию. Сам обходит Фагли. И раз, голова отлетела, но дальше информация для Серка, который уже на ЮСПе идет дальше. И будет на стрейфах пытаться убрать Стика, но Стика здесь непоколебима. 12 раунд для MoveSports и эко для NRG. Тут, наверное, чуть ли не на узуму нужно было. Или форс даже, форс. Да, вот непонятно. Можно два эко подряд делать. Если ты зафорсишь, то дальше эко. Вот, да, сейчас будет принимать решение у СНЖ. Это, скорее всего, их пауза. Вряд ли это муза будет четвертую брать. Ну да, сейчас будет что-то делать. Может быть, куда-то поддавят с этими юспами. Ну, не юспы, там кто-то купит, наверное, фагли тоже. По 250 купит какой-то. Может зафорсить, в принципе. Почему бы нет? Чешка бай. Кто их знает? Ну, тут... Видишь, не у всех чешки будут. Бриз-то без чешки. Ну и хотя ему фагли может скинуть. Нет, ну можно первые арморы, чешки, ну, первые, да. Против калашей, ну, вторые закупать. Нужно ли это? Ну, тут да, двоякая ситуация. Если ты рассчитываешь на девайсных, то на девайсных у тебя явно будет МК, первые арморы, ФАМАС, какие-то минимум раскидки. Но все-таки это вторые арморы плюс чешки.
Серг берет себе также полный набор, не сейвит на снайперскую винтовку, но это расчет все-таки не отдать Mousesports преимущество и попробовать выбить. Ведь если сейчас выигрывают раунд, то это практически победка, потому что у Mousesов нет денег, точнее не будет денег. Да, это важнейший раунд. В данном случае бомбы. ДНЖ, он рискованный, но очень важный. И этот форс можно брать. Можно, главное угадать, отпускает снова BNRG Sports в попытках где-то найти инфу, но тут у нас уже мидл за Mousesports полностью. Проходят двое ближе к хайвею, возле белого уже находится, кто у нас там находится, уже Санни. Он вроде как отпускает его подальше, и он в одного пытается, но чешка на таком расстоянии очень редкий гость, который может залепить по голове. Но вроде как Mousesports чуть развернулись, поняли, и бегут на точку Б. Изи. Занимает Б-план, Серк у нас находится в... Могут сейвить, на самом деле, на следующий раунд. Ну, не угадали, здесь ретейк Б трудно будет делать, конечно, с такими девайсами под одну флешку. Поэтому, да, они уйдут на сейф и попробуют это сделать в следующем раунде. Почему бы нет? Может, сейчас какой-то девайс еще получится выбить, там, калашечек. Ой-ой, опасно. Ну да, вроде бегут, и с одной и с другой стороны находятся оппоненты команды Mousesports. Серк будет под девяточкой где-то гулять, и остальные тиммейты. Но получится ли? Ага, а вапу можно и потерять, но здесь Тика получает тоже по голове. Неприятности, и под флешку там рыв неплохой, но Оскар не слепнет. Забирают его, можно отжать авик, и отжать еще и у Стика какой-нибудь девайс. Бридж находит фраг по Робсу. Проблемы, можно забрать не один девайс, а поболее, уже два точно лежат на земле. Хорошо все сделали, Саня минус дабс. Авик этот нужно как-то сейвить. Нет, Саня не дает. Не дает девайсы. Но один калаш все-таки Бризи унес. Один есть, но хотелось бы, конечно, авик этот не дали. Не дали. Ну что, икуем еще разочек. Да, нужно бы. Чешка есть. Игл можно также подарить кому-нибудь. Да, сбрасывает как раз. Смачок закупается. Но да. Но девайсный это раунд будет без авика, без толковых гранат, поэтому Energy Sports очень сильно рисковали, что мы с тобой обсудили. Но вот нужно будет его брать в любом случае, потому что это может быть уже 15 для команды Mousesports. Если вдруг каким-то чудом Бризи сейчас в одного здесь не начудит, там подсадочка Саня что-то прошивает, а Бризи не видит, это какой-то one-way smoke только в пользу команды атаки. И упал. Да, ничего не видел, но Робс уже делает просто минус по всем. Итан, 26 хп, Бриз тоже 50, жестко прошили. Саня забирает Итана, и последний остается Бриз. Я думаю, тоже здесь забирать, прекрасно знает информацию. Уже шьют, ушивает, просто 4 с 5 стволов выходит, минус! По Криджею, 19 хп. Все, он в клещах. Не-не-не, нормально. Робс. Робса можно убить. Робс тоже красный, по одной пуле. Оскар. Да, Оскар на со спины. Мышонок, как ни крути. Ну и 413 такой он мышонок, команды. Если посмотреть на него 30-летний. Мышица. Мышина. Ты подойди, назови его мышонком. Это мышонок из Тома и Джерри, который тебя бьет то сковородой, то кидает на тебя рельсы. Очень злостный. Фамаса 3М-ки от Energy Sports. Все-таки взяли два Фамаса в расчет раскидки. Есть и зажигательные гранаты, есть смоки флешки. Правда, диффузов ни одного набора не имеется у команды Energy Sports. Это большая проблема. Если, конечно, выиграют, попытаются выиграть в ноль, это окей. Диффуза не пригодятся, но... Кажется мне, что здесь будет все очень жестко и придется отработать от ретейка. Пропс. Пропс включается в ответственный момент. Этот парень умеет. Этот парень умеет. Этот парень могет. Тащит он свою команду. Ну сколько? Что, сейвить бежим? Ну да, на последний раунд нужно сейвить. Два ФАМАСа, М-ка и раскидки. Неплохое количество. Саня на миде. Ну, депс далековато от тиммейтов. Он, кстати, сейчас может отъехать. А это уже два девайса и... И минус хороший раз... А, нет, у депс только одна флешка имеет. Музам нужно идти ловить и посмотри, где находится на стику. Вот он будет как раз. Стика, Саня, да, как раз таки вдвоем. Один будет мейн просматривать, второй будет просматривать сквик, но смог хороший. На последнем тайминге, скорее всего, наверное, пойдет выбивать. Ну, нужно идти выбивать, эти девайсы ни в коем случае нельзя оставлять. Ой, какой просвет неприятный для Сани. Если сейчас смачок тут сюда зайдет, все видит он. И нельзя двигаться ни в коем случае сюда, ребятам из Energy. Ну, будет стик выбегать. Не будет там до последнего стоять. Раз, два, ну. Дверь открывает. Нет, не хочет. А Сани работает! Сани там-то и не ждали. Так близко. Думали, что услышат, но не услышали. Пауза для Energy Sports третья.
в этом матче, возможно, и последнее, потому что денег 2950, 3900. Тиммейты, конечно, могут порадовать дропами, типа вот той самой МПшки, Девс покупает себе сам, отдавая кому-то девайс посерьезнее, чешка для Фагли, но и вроде как про скидки тоже будет иметься, но... Слишком хороши MoveSports, которые смогли в какой-то момент зацепиться. Опять же, видим 4 подряд от мышек. И вот там было преимущество 13-11, но вот тот девайсный переломил абсолютно все. Да, пока пауза, минутка коммерции, ребята. Если хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов, добавь ассорты с БК Лига Ставок и стань участником настоящих сражений. Но здесь прям добавляйте, ребята, добавляйте, ребята, эмоции. Потому что на следующей карте, я думаю, это все не успокоится. Здесь будет тоже какой-то жесткая заруба, потому что NRG не захотят просто так с этого турнира уезжать. Потому что ребята не могут, могут сражаться. Нет, но NRG нужно было обязательно брать свою карту. Были попытки, опять же, неплохие. Они вышли в какой-то момент вперед по раундам, а в целых в 2 раунда плюсом. Но укрепиться не смогли. Стика уже находится при чеке капли. Фагли получает прострелами. За что? Как вообще смогли? И сам Фагли не понимает, что случилось, как его проследить через такую толстенную стенку, потому что информации по нему было вообще нисколько. Бриз, отлично, послание минус. 3 в 5. Играем. Стика, Стика, Стика сам может читать. Не читает. 2 в 5. Как-то раунд очень быстро у нас активно начался от 3 минусов. И также может закончиться быстро и активно. Ну, 2 в 5, можно уже самим NRG Sports агрессировать, хотя будет, наверное, не самой лучшей идеей, потому что можно подставиться, нашуметь, и тебя будут просто ждать. Но еще есть Оскар и Робс, двое там буст живучих. Еще. Над Робсом прям человек находится, и слева Дабс, ну да, Робс, то есть должны его пускать, должны его забирать. Красный Робс, 14 хп. Ой, как неприятно-то. Хаешка, нет, не хаешка, Оскар минус Бриз, который был на бусте. Ну что? Работаю или не работаем? Или сейвить уходим? Под флешечку выпад. Никого Робс не видит. Понимает, что, возможно, есть игрок на вентиляции, начинает его пугать. Но в целом-то... 5 секунд еще есть. Робс отлично по хедшотику тут раздает. Один и второй. Но тут Церк и Оскар на размене. Можно поставить хотя бы бомбу, хотя денег у команды MoveSports довольно много. Но клатч-то оформить можно попробовать? 11 хп. Тяжеловато, согласен, но есть флешка. Ну, он в плечах будет. С винтов и с 9 будет его атаковать. И он как грамотно уходит сейчас. Ой, очень грамотно. Есть ли у него какая-то гранатка, может, молотов? А тут Фагли сейчас его будут забирать. Ага, видели. Увидели, увидели, увидели. И в 2 ствола его просто расстреливают, не отпускают. 15-14, что по деньгам? Сейчас посмотрим как раз-таки. Да, по деньгам все отлично будет. Бай на последний. Ну, Итан бежит собирать все, что можно еще собрать с трупов, гранаты. Что-нибудь. Ну, а тут уже все выкинуто. Пора диффузить. Там сейчас еще где-то можно подобрать авик. Авик искал. Все, авик. Нашел. Авик очень нужен. 15-14. Ну что, победа MoveSports на этой карте или допы? Ох, тут сложно сказать. NRG Sports даже с таким баем смогли подловить MoveSports. И сами Мауза уже рассчитывали где-то на победный раунд. И казалось, что вот уже 16-й для них. Но нет. Как они хорошо шли 4 раунда подряд. У нас закупается абсолютно все на все. 4 набора дефьюз китов. Диглы у команды MoveSports. Все неплохо. Чешки для NRG Sports. Сверху всего этого Фагли. Тут как же Робс-то пропрыгнул, чтобы его видно-то не было. Оскар с Макита каким-то чудом наказал еще и Серка. Это был болгарин, который должен был решать, наверное, этот раунд. Но нет. Надо похолодиться. Для Маузов сейчас отлично. Все, 5 на 4 за атаку. Все круто. Просто надо чуть-чуть похолодить. Посмотреть, как будет двигаться. Может быть, кого-то на перетяжечке поймать. Там сейчас вот в мейне... Нет, там с другой стороны мейна у нас находится. Стико. Ну, вроде как еще Бризи контролит мидл. К нему, правда, никто пока не собирается. Игроки атаки все-таки где-то больше пытаются отработать пуста. Полетели у нас раскидки молотов на вентиляцию. Флешка и под флешечку вы под сани. Робс может сейчас, на самом деле, минус дать на Б-планте, потому что там в очень неудачной позиции Фагли стоит. Он где-то в районе хедшота, да, вот Робс, если выйдет, он может как раз этот раунд решить для своего коллектива. Будем смотреть. Фагли в планте, да. Тоже тут довольно, да, сейвится так. Молот сейчас он пролетит, да, нужно срочно смок кидать, да. Знает, что он там, этот смачок его выдал. Все слепущие, никто ничего не видит, но все знают, что где-то кто-то есть. Дабс, отлично, с Бризом на пару! Стико! Что творят?
Вообще невероятные ребята. Девяточка под контролем вроде как Бризи, но Саня этот момент чекает. Плент валяется. Может... Не, ну плент — это довольно простая задача. Главное сейчас обнаружить, где второй игрок защиты. Но оба идут, по-моему, из одной позиции. Да, как раз таки пойдут через... Главное контролить их, потому что они выходят, они не дадут плент поставить. Оскар минус один. 5 секунд! Хэдшот решает Оскар! Решает этот раунд и решает матч для своего коллектива. Браво, Оскар, 16-14. 2 секунды оставалось до окончания времени на таймере, и уже казалось, что Energy Sports могут забрать для себя раунд. Но а скоро вторая карта. Это будет Денюк, выбор команды Move Sports. Energy тоже играли.